Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мок, Снеговик, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Сегодня у нас карта, где мы будем издеваться над NPC и над аниматрониками. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Давайте, кто не сыт, прыгайте в яму. Нажимай кнопку. Что это за моментальная смерть? Отжимай. Так, теперь, ребята, я беру пилпак и попробую замочить меня так. Давай. Пока. Что происходит? О, кстати, это не так убивает быстро. Ой-ой-ой, смотрите, засасывают жопу. Все, так, жопа жирная. Нет, все нормально. Ой-ой-ой-ой. Ребята, если вам понравится, не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. И все, что вы пишете в комментариях, мы эти идеи сделаем. Но эта идея была моя. И все остальные тоже. Шучу. Так. Ты еще сделан? Я не знаю, у меня 5000 жизней, и реально у меня осталось 100. Пока. Так, вот это, кстати, нормальная такая убивалка. Ну что, посмотри, какая следующая? Следующая у нас будет... Это что, голову пилять? Да. Да. А ну-ка, стоп, а как туда попасть? Только NPC пойдет туда. А, ну давайте, поможете его туда подставить кто-то? Пожалуйста. Извините. Хорошо, давайте сюда. Жопка горит. Это моментальная смерть. Просто моментальная. Давайте еще раз, давайте возьмем пилпак какой-нибудь. У этого нет, вот мало. Это не отсюда сделается. Ого, я подпрыгиваю. Ого, это огонь очень имбовый. Пацаны, по 1000 или где-то по 700 жизни снимать. Ого. Давай. Лупаш. Кто-то его. Не, не. Все, нажимай кнопку. Так, ребята, он катится. Включаем фонарик, внимательно наблюдаем. Так, ой. Прикольно. Ему как-то повезло, что ли? А, надо нажимать самому кнопки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я даже выехать не успел. Офигеть. Тут что у нас? А, тут пресс. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте ждем, 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 ждем. Нажимаем. Нажимаем. Ой. Мне кажется, не выживет от этого момента. Ой, вот это вообще так. Сила. Это реально издевательство какое-то. Он уже в огне почти. Так, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас остановим эту ленту. И я хочу, чтобы прихлопнули вы меня. Вот этой штукой. А ну давайте, нажимайте. Это так прозвучало. Это будет жесть. А чё я живой? Эй! Ты летаешь. Эй, что за говно? Оно мне наколки делает на спине. Колокол и бьет. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ну давай, давай Чика, давай. Прощай, ты была хорошей. Пока, орешка. Ой, ты что, ты еще взял и ускорил. Давайте попробуем аниматроника чикнуть. Давайте. Давай. Настоящего, давай. Спилпака, оригинального. Ой, знаете, сколько отнимает? Ну, довольно-таки ненормально. Это по 500. 500? Нет, это будет долго, реально, этим, наверное... Ой. А не, половину снесло, как попадешь. Давайте дальше. Ой, вот это вообще будет сила. Нажимай. Ой, меня же залагало. Так, не летай мне в жопе. А ну дайте я встану. Давай. Лупаш. Ого! У меня 600 жизней осталось всего. Еще раз. Так. Ой, жестко, пацаны. Маринетка оказалась очень такая прочная. Пресс не может даже до низу дойти. Ого. Давай ты, посверли. А, сверлить вас? Дантист. Ой-ой-ой. А давайте еще раз. Немножко прозевал. Нажимай. Прощай. Ой, прям в головешку. А если ты коснешься? Чика, ну давай. А, ничего. А, как это ничего? Мочит. Что ж вы после этого? Так, давайте я возьму аниматроника. Давайте у того большого. Поменьше. Давай, несы. Ого. Не, кстати, не так много дамажит. Хотя у него всего 5000. Много, ладно. Ну, пресс такой себе, слабенький. Хорошо, мы поняли. Так, это была, это была... О, мясорубка. Ну, Паша. Это практически та же самая. Ого, я ничего не нажимаю, он просто отлетает вверх. Это какая-то читерская штуковина, можно благодаря ей очень высоко прыгать. Так, пацаны, осталось чуть-чуть. Уже давай, домолишь меня. Давай, давай, давай. Фигач. Выкидывает меня с нее. Он вообще не может. Так, хорошо. Вот это что такое? А, удар кулавалды. Ого. Давайте, чтобы я недалеко отлетал. А ну еще раз мне леща пропиши. Давай я ближе встану. Давай. Ого.
Может, там кнопка есть какая-то? Нет, туда никакой кнопки. А ну да. Ой-ой-ой. Осталось чуть-чуть жизни, совсем чуть-чуть. Лупаш. Давай, 430 жизни. Все, выносит. Наверное, пятихаточку. Эта штука прикольная. Так. Давайте я. Ого, это кувалда, просто гвоздь забивать. Давай. Ой, блин, это прикол. А ну давай я встану, давайте я третьего лица включу. Ты хочешь сказать, ой-ой-ой, сальтуха. Так, это что такое, газовая камера? Да-да-да. Нет, это не газовая камера. Ой-ой-ой, а что со мной? А, это летающая камера. Ой-ой-ой, пацаны, это что-то, это какая-то читерская... Это аэротруба. Аэротруба? Она у меня полный потолок бьет. Мне вообще не нравится. Не, пацаны, меня так может стошнить, если еще три раза. Так, что здесь? Ну, нажимай. А мы пока спускаемся вниз. На работу в пиццерии. Так, сейчас добро огонь будет. Нет, пацаны, это лучше. Добро пожаловать, пацаны, выживание. Кто... Ах ты, секунд, вонючая, я буду сидеть. Камеру дальше сделаем. Ух ты. Ой, нормально, у меня пресс просто давит и ничего не происходит. Ого, Димас, у тебя хп быстро сносит. А ты видишь, да? Прощай. Прощай. Минус секунду. Как этот циферблат? Отлично. Минус один. Так, пацаны, что у нас тут, а? Хочешь, прыгай. Там смерть. Ой, кто ко мне, летите? А, это колодец с фирмы «Звонок», я помню. Я проверил, по 1000 дамага сносится. У меня было 6. Да? Да, по 1000. Четко, знаете, это напоминает мне один уровень с Mortal Kombat, где скидываешь. А. Фаталити. Пацаны, тут столько всего, что хоть бы в одну серию мы успели. Так что, а что это такое? Это типа то же самое, что и то. Это типа пресса. А, это давилка. Давилка. Пресса, давилка. Нажимай. Вон там кнопка, там кнопка была. О, все, лупашит. Пацаны, давайте кто-то один будет жать. Да. Так, получается, вот это слева нажимай один раз. Во, все. Да, все. Погнала. Прощай. А зачем вы эту штучку закрыли? Не знаю. Оно без нее не хочет опускаться. Уже хочет. Конечно, мы поломали механизм. Фокси, давай, кто хочет из вас? Давайте обнулим карту. Я хочу. Давай, залазь, убирай этого челика оттуда. Забирайте его туда. Погнали, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацаны. Твой меч тебя не спасет. Минус. Сила ситхов меня не уберет. А как ты так пролез туда наполовину? А меня зажало так. Эй! Смотрите, меня в карту зажало. Что за баг? Это миксер, давай, прыгай. Да, миксер, я сейчас. Делаю микс из желе. Прикольно. Коктейль из аниматроников. Смотрите. Ой-ой-ой-ой, доктор Брин пошел. Бон аппетит. Так, хорошо, пацаны, давайте дальше, надо все успеть показать. Это что такое? Лазер. Лупаш. Это лазер, да. Давай лучше. Ой, офигеть, это аннигиляторный лазер. Аннигиляторный пушка. Аниматроника фигачит? Давайте, нажимайте, я сейчас проверю. На себе. Окей. Нет, там прям капельку сносит. Так, вот это что такое? Так, нажимаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, красиво из-за малола. А это что такое? А, это чисто напополам резать. Это вот надо вот это вот брать сюда. Нажимаем, отжимаем. Уйдите. Нажмите. Да нажимай. Ну а я обнулю карту стопе, потому что реально очень много механизмов. Ложи. Отлично. Стойте, не трогайте. Что интересно будет сейчас происходить? Это не иллюзия, это настоящий фейк. Да, ребята, это не фейк. Все по-настоящему в игре. Ой, его просто выкинуло отсюда. Ну-ка, мне даже интересно, сколько они... Так, здесь мы были. Ребята, продвигаемся в самое интересное. Почему я начал спешить? Потому что хочу показать вот эту вот штуковину. Так, я буду сам, ребята, все делать. Не помогайте мне. Просто наблюдайте. Давай. Потому что если будет движуха, будет... Ой, я сам себя холодильником убил. Я же профессионал, вы не знали? О, можно человека выстрелить? А ну, сиди, давай не будем ничего ложить. Так и сиди там. Давайте, я залезу. Так, ребята, интересно, что будет? Ой-ой-ой. А я выжил.
Слушай, холодильник? Давай холодильник. Димас. Давайте, пацаны, я жду. О, с холодильника вместе полетишь. Да. А, я полетел уже. Десантные войска тебя. Бум. Холодильник улетел, сколько у меня. А как прицелиться пушкой? Что ли нельзя? А, вот это нема. Димас. Так, а... нельзя. Подожди, подожди. А, у меня есть идея, а можно вот, ты можешь взять аниматроника и залезть в пушку. Мы тебя выстрелим и все. Погнали. Хорошая идея, я согласен. Так, подожди, надо только мне туда успеть, когда ты пехнуться. О, есть, я в пушке, есть. Давайте, стреляйте. Сейчас бы, если она скрывалась бы. Ой. Знать? А что мне жизнь не отняло? А, ты помешал мне. Сок, уйди, сок. Стой, 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 давай в самый упор, давай. Я вообще ничего не слышу. Давайте, стреляйте. Ой-ой-ой. Я, кстати, что? У меня жизнь не отнялась не от выстрела, а то, что я в машину вот эту попал. Короче, в эти бочки мы попасть не можем, да? А это не бочки, это челепиздрики стоят. И в них надо стрелять, да, из-за этого. Хорошо, давайте мы сделаем так, чтобы было эпично. Сейчас. Вам бабах. Давай. Уже. Уже? Ух ты. Может, не надо? Шесть, они умрут. Так, ну что, в этой карте, получается, мы все посмотрели. Высокое здание. Еще не все. Ой, еще сколько всего. Смотри, здание. Это можно, получается, скинуть с самого верха. Там еще машина есть. Давайте я буду падать. Прощайте. Ой, тут палки какие-то. Должен быть в них был чип попадать и дамажиться. Так, не получилось. Это опять NPC работает. Это да, это только на NPC. Я полетел. Ого, посрать дало. Но жизни еще очень много. Я слышу, вы на лифте поднимаетесь. Машину еще надо. И вся нас расплющила. Так, ну что, ребята, мне кажется, вот это будет самое интересное. Обнуляя карту. Так, что у нас тут? Стоят NPC. Давайте я тоже встану, я несу. Давайте, кто не сыт, вставайте здесь на рельсах. Я готов. Эй, а что такое? А что? Твой труп мешал. Что за баги? И гидро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!